смешиваем мед, сахар, специи, увариваем это все в одну массу, и потом уже будем добавлять яйцо и муку. И главное не забыть весы. Марина Шахаданова, юный кондитер, признается, они самая важная вещь на кухне. Прикинуть на глаз не получится. Сейчас она изготавливает медовое тесто для пряников. Увлеклась готовкой 2 года назад, когда ей было всего 15. Причина – жизнь вдалеке от центра города. Когда-то она подвернула ногу, пойти гулять не получилось, и она решила, а почему бы не состряпать сладкого, и увлеклась. Училась сама с помощью YouTube, Инстаграма и читая поваренные книги. Даже мама не помогала. Нет, мама вообще не из этой сферы. Мама по котлетам, я по тортикам. Потому что, вот, допустим, вот котлеты – это не моя стихия. Я вот котлеты пробовала делать, но что-то как-то не зашло. У матери Марины есть теория, откуда в девочке такая страсть к кондитерству. Недавно они выяснили, что отец ребенка в детстве сам любил готовить сладкое, но Марина скептически смотрит на это. Чтобы папа нам приготовил какой-то тортик, я не видела, поэтому, может быть, подкинем ему такую идею на 8 марта. После 2 лет постоянной готовки сладкое Марине уже немножко приелось. Сама она редко ест то, что стряпает, а вот в кафе, рестораны и кондитерские время от времени заходит, чтобы узнать новый рецепт и попробовать, что готовят другие. У меня есть подружки, которые мне говорят: «Марина, все, что остается, вези нам». Или если приезжают гости, они просто садятся и ложками едят этот оставшийся крем. У Марины есть Инстаграм, там она рекламирует свой продукт. Помимо учебы, школьница успевает заниматься своим бизнесом. В 15 лет после некоторых особо удачных тортов такую идею предложила мама. Мне 15 лет, какой продавать вообще и что-то делать? Поэтому я вначале так типа испугалась, и, наверное, все лето я говорила, да не буду продавать ничего. Ну и потом все-таки как-то я решила попробовать, а точнее, я еще не начинала продавать торты, и у меня уже были заказы. С такой рекламой помогла мама. Сейчас у Марины нет отбоя от заказов, однако она еще учится, поэтому берет их осторожно, чтобы не забирать все время у учебы. 11 класс, выпускной, поступать планирует на экономический факультет. Возможно, в будущем откроет свой магазин. Мама только за. Сейчас она испытывает большую гордость. Ее дочь попала на престижное шоу на федеральном канале. Серия с Мариной выйдет после Нового года. Ну, конечно, я там гордость, радость. Мне приятно, потому что, как сказать, мы как бы ее подбивали. То есть мы же смотрим иногда эти передачи. Интересно. Хотя телевизор, конечно, мало смотрим. Но вот просто мы поддерживаем вот детей. Как можно поддерживать, мы поддерживаем. Сейчас юный кондитер тратит все силы на 2 вещи – учебу и свое хобби. Продолжает принимать заказы и мечтает о своей квартире в центре, чтобы почаще гулять с друзьями. Медовое тесто готово. Все, мы его убираем в холодильник. Евгений Черных, Павел Иваницкий, 7 канал.